Прокуратурой города проводятся проверки исполнения законодательства о соблюдении экологических требований и норм. Основными проблемами в городе являются соблюдение экологического законодательства в части обращения с твердыми бытовыми отходами и также несанкционированными свалками. В настоящее время, в истекшем периоде 2024 года, выявлено 18 свалочных очагов несанкционированных. По результатам проверок внесено 8 представлений на имя главы администрации города. Представления рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений. Часть свалок убрана, по остальным в соответствии с графиком ведутся работы по ликвидации. Также проводились проверки по соблюдению требований законодательства на водных объектах, касаемые прибрежных территорий и зон. В действиях о водные ресурсы выявлен ряд нарушений при содержании территории, приведении деятельности по сливу сточных вод в реку Малый Несвятай. Также был выявлен ряд нарушений, внесено представление. В настоящее время представление находится на рассмотрении.